Компания Subaru официально представила совершенно новый Forester 2025 модельного года. Несмотря на обновленный кузов и салон, технический кроссовер практически не изменился. Под капотом установлены те же оппозитные двигатели и симметричная система полного привода, что и раньше. А вот внешний вид модели изменился серьезно. Как известно, главным рынком для Forester является Северная Америка, поэтому неудивительно, что его выполнили в стиле двух американских бестселлеров. Передняя часть, на первый взгляд, очень напоминает Ford Explorer, а в профиль прослеживаются черты Toyota RAV4. В салоне также довольно много перемен. На пересмотренной панели теперь находится 11,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы, который в базовой версии имеет 7 дюймов. Под капотом новинки установлен знакомый 2,5-литровый атмосферный оппозитный мотор мощностью 180 лошадиных сил. Работает двигатель в паре с фирменным вариатором и системой полного привода. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!